I think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас утренний обзорчик акций сегодня. Угадай-ка, вчера я пропустил. Не было времени немножко до этого. Так, что у нас интересного есть? О, щит. Accumulation пак, посмотрите, какой. Обалденный пак, как по мне. Почему? Потому что есть божество, есть осколки скина. Печеньки, ну ничего, так последний пак, ну тоже в принципе классная тема. Так, что у нас дальше есть за вход, ну за ежедневный донат в смысле. Да, неплохо, неплохо. 4000, фига себе, на батл пасс. Так, а что тут у нас? Дуэлянт. Ну и герои, в принципе, внизу тоже довольно-таки интересная тема. Так, окей. Поехали, посмотрим, что по обычным акциям есть. 95%. Так, хрустальный. Сегодня у нас четверг, значит, у нас пират есть, да? Есть. Так, хрусталка. Они пирата обновят наконец-то за 2 месяца. Нифига не обновили. Так, карточка. Так, что у нас еще интересное есть? Настолка таки осталась. 1000 камней. За вход сегодня у нас 50 кулаков. Тоже неплохо. Хамкаминг, Лэшерс Дэй, Трэжи Чест, Флиппинг. Все, больше ничего такого нету. А, есть Thunder Gift. Ну, в принципе, неплохо. Так, забрали плюшечки. А вчерашние расходники я позабирал. Докачал, наконец-то, всех суперпатов уже на максималку. Осталось только скины. С горем пополам докачать. И все суперпаты у нас на максималках. Что у нас по топу? О, Лаудай уже скинули. Да, и уже третий бедолашка. Так, хорошо. С этим разобрались. Поехали посмотрим. Еще на других серваках. Ну, немочка, как обычно. Я буду угорать, если нам сейчас бесплатки выпадет лига. Это, конечно, будет смешно. Немки, конечно, последнее время очень крутые плюхи. Я, кстати, вчера забрал вот такой вот наборчик. Это реально очень крутой набор для бездоната. 1100 самов. Ну, я собрал, он, по сути, акция шла 2 или 3 дня. Я это собрал без проблем, без напряга. И забрал такие вот плюхи. Я считаю, оно того стоит, хоть и там... Первые мешки зефира огника. Все равно это дополнение. Так, шоп одер 10 раскол 20-20. 15-1. Что-то такие на немке вечно цифры интересные. А тут печалька с пыльцой. Вот. Если вы заметили, с пылью тут очень все печально. Так, ну тут за донат, блин, классная тема есть.
Вот этот маркет. Я вчера забрал вот этот пак. Я считаю, очень даже круто. Такс, что у нас по акциям? Поехали в ход, посмотрим. Сегодня какое? Уже 13 число. Данки Джаггерин Фрагмент. Еще посмотрим, кого это нам дали. Такого интересно. Так, тут тоже должен сегодня быть пират. А ну-ну-ну-ну-ну. Кого здесь дают? Кольцу дают, Зефирика, Фобос. Охренеть. Вот это вот, ребята, это реально крутая трата. Я в шоке. Вот это да. Смотрите, 10-го левела рунку, кольца. Сумку 10-ю, оккультист, Зефирка и Фобос. За 2000... Это вот сокровищница, которая реально топовая. Вот. По сравнению со всем, что какие я видел, но вот это, мне кажется, самое топовое. Зефира, ребят. Зефир, оккультист и Фобос. Ну, даже то, что здесь уже дают Зефира, ну, реально. Это топчик. Так, ну, это, конечно, хрень. Поехали посмотрим пирата. Леди. Ну, тут пират тоже без комментариев. 1200 собираешь, но последнее время я пару раз был пробовал, сложновато что-то вытащить отсюда. Места нам не хватает, уже дожились. Так, но зато здесь есть и хватайки и прочая тема. Позабираем. Надо делать и вход. 50к кулаков, реально тема офигенная. А, нету этого. Попозже дадут после 10, значит. Настолочка. Тоже попозже дадут. А, не, настолочка уже есть. Что-то я, наверное, провтыкал. Ну, 100. Отлично. Так, пират есть. Так, что тут нам надо сделать? Я что-то так и не понял. Мы не сделали найм. В общем, не знаю, этот сервак реально мне нравится все больше и больше. Я вот все говорю, говорю, но как-то я к нему доберусь, наверное. Потому что у меня еще есть АС-сервер. Там тоже веселуха. Такс. У них просто тупо разрывается склад всегда. Ого, нифига себе, 300. Где-то я взял. А, это вчера, наверное, с хватайки получили. Или сегодня с этого. Не, вроде нет. Странно как-то. Так, ну давайте кого-то докачаем. 10-й. 10-й. Махатма. Докачать розу. А, кстати, у нас же здесь тыковка есть. Будем делать вливание в тыковку. Тыковку докачали. Блин, тут такие герои бомбические. Люди еще жалуются, что здесь плохо падают. Не знаю, мне здесь падает просто бомбически. Единственное, что здесь надо просто фрая еще. Вот не хватает только фрая и все. Так, отлично, забрали плюшки. Питомца ведем дальше. Супер. Что-что, а сервак реально крутой. Так, отлично, все забрали. И все забрали, опять места не хватает. Блин, сколько всего. Давайте откроем сумочки.
Плюс 6, отлично. Ну, роза, у меня две розы уже есть. А, с этих, видите, вытащили. Скин, ну, вообще огонь. Бум, тыковка. Повторочка, отлично. Так, ну это скины, это трогать не буду. Хорошо. С этим разобрались. Забираем дополнительно плюхи. Поехали. На другой сервак. Поехали на русский. Давайте Тайвань быстренько чекнем, что на Тайване есть. Бежим на русский сервер. Рольнем и сделаем угадайку. Так, ну Тайвань, понятно. Накопление, огник. Ну, здесь огника и зефира собрать вообще. Просто налегке. Вот реально. Ого, сколько всего добавили. Кстати, тут же есть эта акция интересная, которую я вчера показывал. Сейчас посмотрим, может она уже активна. Или ее уже убрали. Это не оно. Вот она. Я не знаю, тут, наверное, или донатить надо, или что. Или здесь просто рандомно дают плюхи кому-то за что-то. Непонятно, в общем. В общем, тема не раскрыта, ребята. Ой, говорю, хрустальные. Вот посмотрите, Арктику до сих пор дают на этом серваке. На многих уже забили на этого героя, но вот здесь еще до сих пор можно вытащить Арктику. Однозначно плюс. Такс, окей, поехали. По Берику. Блин, не влазит все. Ой, это я не то переместил, смотрю, что-то окошко переместил. Эти экраны развернутые. Так, разбей снеговика, подарки тут, временные акции, понятно, хрусталка, день замка владельца. Так, мы на сардельке, да? Да, отлично. Я на сардельке забираю на основном аккаунте. Не так, честно говоря, на русском сервере сейчас парюсь. Подарки. А что, нету ни хватайки, ни этих, все поотменяли, они на один день только. Вот это жлобы. Пират. Лучше сюда не заходить, не смотреть. Так, парящий остров надо забрать. А, собери сам запустили. Ну, я думаю, они вряд ли тут что-то поменяли. Блин, когда на английском сервере добавят уже эти долбанные скины? Я хочу уже докачать и забыть. Так, окей, отлично. Забираем плюшечки. Неплохо. Относительно русского сервера. Так. Сменку сделали. Чекнем. Отлично. Надо не забывать заходить. Вот так вот хоть по 300 самов. Ну это, блядь. Это лайк однозначно. Ремочка с без... Ну не с бесплаточки, а сразу же с этого. Пятая ремка, ребят. Но это просто огонь. Хоть она мне нафиг не всралась, но это просто огонь. У меня тут уже ремочный герой. Ну просто... Пипец. Ну пусть все будет. Валяется пока до следующей смены кому-то ее... Тыкну. Так, окей, поехали. Смотрим. Так, где там?
Я уже даже забыл, где там наш лудайка последняя. А, вот, по-моему. 11 число вчера было, 12 я пропустил, да. 11, отлично. Такс. Все комментарии открыл. Отлично. Блин, не тот аккаунт. И хочу я на Сарделе ролить. Давайте на английском заролим. Какая разница, в принципе. Какая разница, на каком аккаунте ролить. Главное, не на сардельке. Такс, чтобы я долго не перезаходил, сейчас линии надо тыкать. Шаман и два кристаллических эктоплазма. Так, поехали. Блин, убрал этот панель. Неудобно. Так, шаман один, два синих слизня. Как так? Да ладно, синий слизнь панда. Шаман. Панда, шаман, слизнь. Ну, видите, есть один, угадал. Шамиль, шаман, кристаллический слизь, наемный убийца. Есть. Есть, 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 есть. Так, репосты сейчас глянем. Связь, айдишка. Смотрим. Или открыты подписки, или подписан. Так, подписка есть. Отлично. Красавчик. Плейлист. Так, подписка есть, это хорошо. Сейчас я гляну еще, или у него сделано все так. Как с ним связаться, есть. В общем, я сейчас почекаю все. Я уже в следующее вам скажу. Ну, вы, в принципе, видосик увидите, если что, с победителем. Хорошо, каналы хоть открыты. Окей. Пишите комменты, ставьте лайки. Видите, люди все-таки угадывают. Всем удачи, всем пока.